Виталий Павлович. Второй, наверное, будет зарядчик. Есть, да? Вот. Вот это рыбалка, видишь, душа даже поймала. О, красавчик, молодец. По чинам, Виталик. Всем привет, друзья, уважаемые подписчики, гости канала «Любительская рыбалка» с Михалычем, Fishing KZ01. Сегодня у нас утром был мороз, градусов, наверное, 28. С утра мы не поехали, приехали на Вячеславское водохранилище. Хотим порыбачить на ночного судачка, ребята. И можно сказать, солнышко встало, погода распогодилась или как, не знаю, как это сказать, отреагировать. Давление я не смотрел. Просто сели с ребятами, собрались и поехали. Сегодня у нас две машины. Мы с Сергеем. Сергей, привет всем. Всем привет. Александр с нами еще. Салам алейкум. Наша, как сказать, чупырка, семерка, всегда боевая. Александр на приоре за нами. Вот с тобой взял сына. Ну и все. Будем рыбачить, да? Да, будем расставляться, рыбачить сейчас. Буримся. Спасибо, Мишаня выдернул меня на рыбалку за столько времени. Конечно. Твоя работа не дает. Твоя-то балхашская работа, ё-моё. Был на озере парень на балхаше и не порыбачил. Бывает, что, вот это да. Вручаем Сашке бур теперь вот. Да, пусть покажет нам тест-драйв, да? У него давай, мастер-класс сейчас покажет. Ну все, ребята, мы располагаемся. Ставим палатку, ставим жерлицы на судака. Кормим леща. Хотим ночью на леща порыбачить. Ну и о рыбалке вы все увидите, друзья. Ну, мы погнали. Давайте. О май год! Ставим на судака. Вот такая снасть у меня. Без поводка. Вот такой одинарный крючок с длинным ушком. Здесь у меня сантиметров 30-40 даже, можно сказать. Такого мелкого живца. И все, ставим. Вот такая вот оснастка на судака. Кембрик. Держать груз, регулировать. И все, опускаем. Здесь у нас глубина, здесь 16 метров. Да, чуть-чуть дальше. 20-22. Какой-то вот такой вот перекат. И вот пробуем ставить. Там чуть-чуть. Здесь и жерлиц мы раскидываем вот так вот. Попробуем, что получится. Все, друзья, смотрим дальше, что у нас с этого все выйдет. Не переключаемся, будет интересно. Еще сейчас на удочку сядем ловить. На судака долго, попустишь, глубину замеришь. Все, погнали. Ребят, расставляли жерлицы. Сергей с Александром на щучку, на мелкоте ставили. А мы ставили на судачка на глубине. И у них сработочка. Сейчас посмотрим, что там получится. О, все в ожидании чуда. Поимки щучки. Не крутит? Давай подождем, посмотрим, что почем будет. Серега, говорит, жует она там. Да? Жует, заглатывает. Бубльгум, да, которая? Сработала-то, видишь? Ну да. Попробуй, что там получится. Не
надо живца так собьете. Нет, все, сбило живца. Давай, тащи живцов. Ну все, первое есть, это радует. Пойдем дальше пробовать. Все, ребят, мы расставились. Поставили на судака 10 жерлиц. И это на глубину. На мель поставили на щучку тоже 10 жерлиц. На щучку была одна сработка. На судака пока нифига нету. Ну, будем ждать ночевки. А сейчас мы решили перекусить, чай попить, погреться. То, что морозец, блин, давит. Хорошенький. Вот такие вот пироги. Перекусим. Ну и попробуем на удочку. Палатку мы поставили. Стол все расставили. Все, идем пить чай. Кружки мощные. Что-то есть? Сработочка, прозевали немножко. Что-то есть? Сбило, да? Да. Ну, беда. Тащи живца одного сюда. Все, пойдем за живцом. Вот такая обстановочка у нас вечерняя. Солнышко село уже, луна вышла уже. Крутило? Да. Я вон там он поправлял, вон ту, смотрю он на это. Я ближе подхожу, она крутит. Угу. И все, да, сорвала? Все, да, и ушла. Ладно, что? Вот, ребята все завтракают. Виталь, приятного аппетита. Спасибо. Сереж, приятного аппетита. Сережа там без червя ловит пока. Саня, приятного аппетита. Всем с добрым утром, да? С добрым утром, да. Сейчас завтракаем. Идем перепроверяем жерлицы. За ночь у нас сработочек не было. По какой причине, я не знаю. Будем рыбачить. На удочке. Удочки. Масло закончилось. О, красавчик. Молодец. С почином, Виталик. Сидит, ловит. Мы там на улицу пока ходили, жерлицы переставляли. Виталик дергает. Че ты там? В пакет одел? Наложили тебе, да? Да. Ох, он так замерзнет у тебя. Молодец, молодец. Давай, удачи. Вот такая вот, друзья, у нас обстановочка. Мы с Александром пробиваем жерлицы. Они у нас немножко подмерзли. Вот сработочка у нас. Судачок утренний. Пускай пока стоит. Наша сработочка. Уже не помню, какая по счету, но судак бьет. Теперь, что у нас за ночь было? За ночь у нас две поклевки было, но были холостые, торопились, не ждали. Сейчас мы, у нас вон там сработка у Александра, мы ее долбим, не можем раздолбить. Пробурили рядом луночку. Я взял вот такой вот свой самодельный этот багор. Сейчас я загну краешек, будем леску вытягивать в другую лунку, в которую мы разбурили. Сейчас все покажем, ребята, как мы все это сделаем. Лунка у нас была 120-я, судак не лезет. Разбурили на 150 луночку. Хороший? Ну да, бьет. Так, вот луночка у нас вот эта 120-я. Мы рядом 150-ю сделали. Все, сейчас мы багром будем вытягивать леску сюда. Все, зацепишь? А вы, ребят, смотрите, как у нас все это будет получаться. Не видала я. Смотри. Не надо ничего цеплять.
сейчас мы сгинаем багор. А, отсюда его вот леску так подводим, да? Так, цепляем и леску сюда вытягиваем. Ага. Если давай получится у нас. Давай, получится. У нас должно получиться. Мы же прохаванные рыбачки. Есть, есть, есть. Так, Мишань, подожди. Теперь вот здесь вот, видишь, бардак. Теперь там подожди, потом мы ее там вытащим. Все, давай отсюда попробуем. Смотри, чтобы не запутался. Да, я немножко оттягиваю. Давай, давай, давай. Смотри на этот бур. У нас тут сейчас. Идет, идет? Идет, потихоньку идет. Дай бог, чтобы он вышел у нас в эту луночку. Ну да. Дай бог, чтобы он не вышел туда. Наш первый ночной судак, ребята. Да. А, первый зимний судак, да? Смотри, не хочет. Низу. А, во. Ох, 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 ох. Какой у нас судак, ребята, вы смотрите. Ё-моё! Вот стыдно. Рыбаков хватает у нас тут. Сегодня машин понаехало. Вчера мало, да? Сколько с нами? Вчера две или три машины стояло, да? Утром понаехала машина. Но погодка радует, ветра нету, классно. Все, с той жерлицей у нас произошла такая, как ее, не знаю, как ее назвать, беда, не беда. Деревянная. Нюанс, да. Поклевка деревянная была, короче, у нас. Ну, на это сейчас. А на это посмотрим, что будет. Было, было, было. Далеко, знает, мотало, не мотало. Вот так на палец попробую потихоньку. О, смотри, крутится. Тоже какой-то зацеп был. И все. Живец вроде на месте. Но почему она сбила и не взяла? Вот это да. Что-то сидело там. Прямой зацеп был опять. Это мы сейчас по живцу посмотрим. Цел? Нет, вот. Чешу и снял. Видишь, вот, глотал мелкий. Вот. Шевелится, все нормально. Ну что, ставим, идем дальше. Пробуем. Разбуриваем. Переставляем. Что-то у нас сегодня одни деревянные поклевки. Сергей проверил жерлицу. Окунь сидел, да? Нормально заглотил? За нижнюю губу. Ничего, ты его подсек, что ли? Да хрен его знает, я долбил, короче, тут. Ага. Уже думал, все там, лунка замерзла до талого. Ну нифига себе, как так получилось? Вообще прелесть. Ребята, прикиньте. И я уже хотел оторвать. Блин, какое-какое только не случается на рыбалке. Не выдал. Ну все, Сергей Николаевич, с почином тебя. Да. У нас опять с Александром Александровичем с работочка. Пойдем посмотрим. Второй раз на эту же жерлицу срабатывает. Сейчас. Как прикол в этом, да? Ютубчики. Посмотрим, конечно, сейчас. А этот. Что говоришь, там сделалось? Смотри, леска так закрутилась. Видишь? С катушки слетела она. Да, да, да. Перелихнулась, да? Да. Сейчас может быть всякое там. И самое главное, не торопись. Давай подождем чуть-чуть, слышишь? Есть там кто что? Да вроде да. Отпусти, да, подожди, давай подождем чуть-чуть. Давай. Ну, видишь? Крутит, крутит. Крутит? Хорошо. Отпусти, отпусти, не трожь, не держи. Отпусти, отпусти, не трожь, ничего не трожь. Пускай забирает потихоньку. Крутит, крутит. Есть поклевка, значит.
Давай пробуй. Что там? Судака. Да? Так лучше будет, да? Его подсекать тоже надо? Ну да, ты чувствуешь, что-нибудь там нет? Есть. Есть? Да. Ну все, тяни теперь. Нет, 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 нет. Первая у нас была коряга, да. Второй, наверное, будет судачок. Да, будет судачок. Есть, да? Есть, есть. Смотри, в лунку аккуратно только заводи, не оторви. Вот он. Ю-ху. Красавчик, красавчик, красавчик. Надо. Видишь, как заглотил? Ага. Су-су-су-су. Первый судак зимний. Красавчик. А-та-та! У меня вообще он первый. Классно с детьми играется, катает. Аккуратно, а самое главное, потихоньку. Вы тяжелые. Забуксовал, что ли? Одной кобылы не хватало. Да, да. Вот предновогоднее, да, настроение? Ага. Ну давай, передавай привет Михалычу. Всем привет, особенно Михалычу. Спасибо. Молодец, молодец, рыбач. Че мне, бля, плакать? Ну, пойдем смотреть жерлицу. Где у нас опять сработочка? Идем посмотрим, что у нас там. Кто нас порадует на эту жерлицу. Это не следующая уже? Пока не мотает, подождем. А, тут это у нас и лес не хватило. Не знаю, кто его вытащил же. Что ты пришел сюда, товарищ? Есть? Есть. Держи, тащи, может, перчатку снимай. Вторую снимай. А, держи его, ну, сюда, подходи. Во, пошел, не пошел. Вот так тяни, тяни. Потихоньку, потихоньку. Виталий Павлович. Так. О! Поднимай, поднимай его. Молодец. Красавчик. Поздравляю тебя с почином. Спасибо. Не, пока не лезть, но живец, видишь, крючок там. Это лески, видал, мало же было, да? Да, да. Он ее заглотил. Все, друзья, уже собираемся. И у нас вечерняя поклевочка, судачка. Сейчас, да, посмотрим.
кто там будет, кто там не будет. Собираемся и домой. Идем сюда каловить. Чебака наловились. Теперь судака, да? Не хватало, да. А там ее нету, по-моему, да? Ее тут и не было. И судака-то нет. Да, есть что-то. Ну давай, тяни, тяни. Что-то вот оно. О, Чебачок. Молодец. Живец, да? Кургаль женский, да? Да. Сейчас я тебе чашечку дам. А что, я тот раз, знаешь, сколько наловил? И неплохо на него отловился, на этого. На кургальжено само то. Что, Виталька, как дела у тебя? Как ощущения от сегодняшней рыбалки? Хорошие. Позитивчик барма? Вот это рыбалка, видишь, леща даже поймал. Красавчик, с почином. Всю ночь мы за ним охотились, да? И только под вечер начал клевать, да? Да, смотри, лещ. Решили перекусить, попить чайку. Виталь Павлович, где твой чай? Всем приятного аппетита. Ни хвоста, ни чешуи. Сейчас еще вечерняя должна сработать. По-любому. Судачок должен еще взять. Щучка не хочет. Поймали, сколько мы? 4 судачка, да? Ну и мелочь на удочку. Чебачков, подлещик, окушков. Сергей вообще пошел туда, под берег. Там сидит, рыбачит. И этот... тоже там чебачок, окушок наловил. Ну а мы здесь жерлицы охраняем. Сейчас придет чай пить тоже. Время у нас уже 16:00. Сейчас чай попьем, перекусим. Потихоньку пока посуду соберем, палатку соберем. Ну а напоследок жерлицы будем собирать. Может быть, да, где-то и будет выстрелить, да? Да. Поклевочка. Ну а так провели время, ништяк, ребята. Всем спасибо, кто смотрит канал «Любительская рыбалка» с Михалычем, Fishing KZ01. Большое спасибо, ребят, за поддержку, за подписку, за комментарии. Ставьте лайки. Ну а кто не подписан, подписывайтесь, ребят. Будем рыбачить вместе. Печеньки вкусные. Всем пока.